Микс премиум, это у нас весна, Шотландия, категория крем. Мешок у нас весит 35 килограмм, обзор будет не быстрым, так скажем. Так, первым делом у нас идет куртка такая вот, я не знаю, времен Ренессанса, скорее всего, здесь изображено, какие-то вот такие вот вкрапления есть. Куртка размера М, она у нас из полиэстера, замок все это рабочее, карманы целые. Штаны черные, женские. Размер 8 показан, МК. Марк Спенсер. Такое вот платье. H&M. Размер здесь пока я не вижу. Может быть, здесь мы увидим. Так. Ага. Вот здесь вот размер у нас. Так. Платье у нас из полиэстера. Размер почему-то я пока не тоже, опять же, не увидел. Размер, к сожалению, не указан. Что ж. Ладно. Пойдем дальше. Рубашка. Такая вот рубашка. Пуговицы на месте. Состояние отличное. Так, давайте посмотрим. Если обратили внимание, уже несколько вещей подряд у нас идут с бирками. Ну, помимо куртки. 12 размер здесь указан. Рубашка у нас из хлопка. Такая вот женская, можно сказать, блузка. Размер здесь 20 указан. Блузка у нас из хлопка. Состояние отличное. Шорты женские 36 размера. Так, давайте также посмотрим состав. Скорее всего, у нас полиэстер, потому что, ну, даже на ощупь чувствуется, что это явно не хлопок. Так, юбка. Юбка River Island написано, 12 размер на молнии. Давайте проверим, как работает. Так, в принципе, вот, очень хороший ход. Следующим у нас идут джинсы. Bootcut написано, 32 размер. Так, если здесь какая-нибудь информация о составе, в принципе, почему-то я опять не вижу. Ну ладно. Так, танковка. На пуговицах. Пуговицы все на месте. Medium размер указан. М-ка, то есть. Состоит она у нас из хлопка. Вот такие вот штаны. French Connection написано здесь. Охота узнать размер. А с другой стороны открывать неохота. Ну что ж, ладно, оставим пока так. Вот такая вот танковка. Уже более плотная. Размер XL здесь указан. Trade написано. Давайте посмотрим состав. XL размер, так, состав, так, не то. 100% хлопок, очень хорошая вещь. Так, и, видимо, тоже еще одна танковка, уже, скорее всего, возможно, женская. Thunderdome написано, размер L-ка, с биркой, абсолютно новая вещь. Спортивные штаны с вот такой вот, с таким вот принтом, с вставкой, Конверс, 100% хлопок описано здесь. Размер давайте посмотрим. Так, размер. Странно. Размера здесь нету почему-то. Ну что ж. Хорошо. Футболка поло. Опять же, смотрите, у нас она с бирками. Размер написан S-ка. Состав. Здесь указан цвет, описан как паприка. Мне нравится, когда производитель изгаляется в плане названия цветов. Ладно, 100% полиэстер. Так, вот такая вот блузка Джордж, размер. Здесь нет размера. Вот здесь вот указан 16 английский и 44 европейский размер. Следующим у нас идет вот такой вот пиджак ли это, наверное, и нет, потому что здесь пуговиц нет и нету следов того, что они когда-то здесь были. 16 английский размер, 44 европейский. Так, давайте посмотрим состав. Так, полиэстер. Состоит он у нас из полиэстера. Так, вот такая вот футболка маленького размера. Здесь указано у нас 12 месяцев.
Жилетка следующим у нас идет. 18 размер, марка Next. Опять же, давайте глянем состав. Так, 65% полиэстер, 32% вискоза и 3% эластан. Штаны Атмосфер. Европейский размер 44 здесь написан. Так, 16 английский. Ну, если вдруг кому-то интересно. Состав, к сожалению, я пока дырки не вижу. Ну что ж, ладно. Так, толстовка. Размер М. Марка Next. В составе у нас здесь идет. Так. Ну, очень похоже на шерсть или акрил. Ага, ну я ошибся. 60% хлопок, 40% полиэстер. Ладно. Платье. Очень интересное платье. Замком. В самых неожиданных местах. Так. Стоил когда-то, видимо, 15 евро. Бирка оказалась не особо содержательной, ну что ж, ладно. Здесь у нас, давайте посмотрим. Сделано в Италии, размер не указан. Ну что ж, ладно. Итальянское платье. Вот такое вот пальто. Здесь у нас ремешок, оно у нас на пуговицах. Размер здесь указан как МК. Zara Basic. Очень хорошее пальто, состояние прямо, и карманы не порваны, и вот воротник, вообще никаких следов износа нету. Так, джинсы, очень большие джинсы. Автограф 112, 44, 44 европейский размер здесь указан. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что здесь 44 размер, уж больно они большие. Так. Ну вот видите, вот если увидите, здесь Марк Спенсер, здесь производитель. Странно. Что ж. Там есть какие-то отдельные показатели по ширине и высоте, но, честно говоря, есть не очень охота вникать. 40. Так, 22 размер. Это у нас женская рубашка. Ну, похоже на то, или блузка. Кому как привычнее. Блузка у нас в составе идет хлопок. А нет, полиэстер, вискоза. Здесь уже второй раз ошибаюсь сегодня. Штаны марки Next, 34 размер. Посмотрим также состав быстренько. 70% шерсть, 30% полиэстер. Так, двигаемся дальше. Тонковка. Имитирует то, что здесь якобы есть рубашка. Ну, на самом деле ее нет. Обмашка такая вот. 10 размер английский от марки Атмосфер. 38 европейский размер. Так, что ж, штаны 42 размера. Давайте достанем. Даже не штаны, это даже шорты оказались. Шорты 42 размера. Здесь дополнительные пуговицы у нас есть. Так, 97% хлопок и 3% эластана. Такая вот рубашка. Boston Crew написано. Размер здесь указан L-ка. Состав тоже давайте глянем. Так, здесь нету, здесь тоже нету. Не дают нам глянуть состав. Ну что ж, ладно. Вот такая вот женская маечка, топ-шоп написано здесь, размер 10 указан. По составу здесь. Угу. 95% вискоза и 5% эластан. Что ж, ладно. Такая вот рубашка большого размера. Next, 10 размер указан. Я, честно говоря, перестаю понимать логику этих размеров. 10, 38 европейский. Сделан у нас из полиэстера. Так.
такая вот рубашка, она у нас здесь на булавках, на креплениях, поэтому особо разворачивать смысла нет. Размер XL, в Викинг написано, сделано в Италии. Так, 97% хлопок и 3% эластанов указано в составе. Джинсы Эден, 8 размер, 40 европейский. Так, джинсы Левис. Здесь у нас размер, давайте тоже посмотрим. Размер указан как 32. Все, ладно, будем двигаться дальше. Кардиган женский. На одной пуговице. Атмосфер. 14 размер английский, 42 европейский. Так, вот такая вот юбка. Наверное, большая, 16. Английский размер, европейский 44. Так. Угу. Сустав не указывает, и на явно видном месте. Еще одна юбка. Тут, не знаю, небольшие имитации кармашков. На самом деле здесь кармашков нет. 12 английский размер. M&S Collection написано. Хлопковый бренд. Надпись маленькая на английском языке. Бюстгальтер, размер здесь указан как 10, английский и европейский 38. Вот такое вот платье. 12 размер, европейский 40. Не знаю, видно там на видео или нет, но довольно такое перфорированное, я бы сказал, платье. Так, танковка. Так, амаранто. Амаранта. И сейчас посмотрим. 12 размер, 82% вискозы, есть 16% нейлон и 2% эластан. Вот такая вот длинная, очень длинная футболка. J&J написано. Размер здесь указан как L-ка. Так, детское платьишко. Красочная, нарядная. Европейские 128, это рост. Английский размер здесь указан 7-8 лет. 7-8 years. Так. Здесь у нас... Это что это такое, интересно? Ну, не знаю, у меня единственное, какие ассоциации вызывает, это что вот надевает. Да, мне подсказывает здесь нижнее белье. 35% полиэстер, довольно странное нижнее белье, но ладно. И мне судить женскую моду. Так, Man & Co. 16 размер, на английский указан. Состав указан как полиэстер. Угу, 100%. Бюстгальтер женский. Так, определиться бы с размером здесь. Размер 85C, европейский указан. Так, что это у нас дальше? Трусы. Так, 36-38 размер. Юбка вот такая вот черного цвета. Так, Перуна, 12 размер, английский. Что ж, ладно, не будем задерживаться, продолжаем. Платок, в принципе, такой легкий, очень легкий, невесомый буквально платок. Ну, размер здесь смотреть особо смысла нет. Давайте посмотрим состав. 70% хлопок и 30% акрил, если кому-нибудь интересно. Футболка. Да, наверное, это все-таки футболка. Здесь нигде, к сожалению, никакой бирки нет. Ну что ж, ладно. Так, это у нас мини-юбка. Терранова написано, производитель. Размер. Почему-то я не вижу.
Бирку с размером опять срезали. Ну, не везет. Не везет, что поделать. Так, чулки женские, размер S. Так, что у нас? Это 60, это у нас леггинсы 60 ден указано, 38-40 размер белого цвета. Так, джинсы 38 размер, это марка Next у нас. Есть дополнительные пуговицы, вот еще и бирка на месте. В принципе, посмотрим. Да, пуговицы все на месте, так что ту дополнительную пуговицу пришивать не придется. Что радует. Вот такой вот пиджак. Пиджак у нас здесь размер не указан. Возможно, где-то здесь. 100% полиэстер, размер опять же нет. Ну, к сожалению, что поделать, не везет. Платье. Летнее платье. Или платье, это блузка. Блузка 20 размер. Из хлопка она у нас состоит. Следующим у нас идет вот такой вот. Вот такой вот 8 размера. Что ж, ладно. Так, похоже на спортивную футбол, майку. 16 размер. В составе у нас хлопок идет. Опять же. Так, вот такая вот белая футболка. Европейский 48-50 размер. Впервые, наконец-то, я вижу российские размеры. 58-60, если кому-нибудь интересно. Вот. Такая белая футболка. Так, обувь женская. Давайте посмотрим, как молния работает. Оп. Чуть не сделали из белой футболки, не белую. Ну ладно, замком здесь, видимо, какие-то этот. Так, он либо изнутри открывается, либо как. Ну, в общем, опять же, я далек бесконечно от женской обуви. 37 размер, 4 здесь показан. 4, наверное, все-таки это у нас английский. 37 общеевропейский. Вот, поставим пока сюда. Что ж, следующим у нас идут штаны Atmosphere. 14 размер английский, 42 европейский. Вещей очень много. Мешок очень объемный. Качество вещей радует. Единственное, что не радует, что не у всех есть здесь размеры. Размер S, это у нас женская блузка. В составе давайте посмотрим. Нет, опять же, вот видите, вот о чем я вам и говорил. Футболка белая, хлопковая, размер S. Вот с таким вот принтом. Так. Еще одна женская блузка на молнии. Размер 12, 40 европейский указан здесь. Кардиган женский, размер МК, мерино написано 100%, но может быть мерино, я, к сожалению, сейчас вспомнить не могу, как именно переводится, но похоже, по-моему, 6, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте. Размер XL, это у нас, можно сказать, толстовка, ну, рубашка с капюшоном, толстовка, кому как приятнее. Марка Next, размер XL. Состав давайте тоже посмотрим быстренько. Состав 100% хлопок. Состояние отличное. Радует, что есть шнурок на капюшоне. Пуговицы все на месте. Ну что ж, ладно. Следующая вещь, которую мы смотрим, это у нас 14 размер. Это у нас блузка, похоже, да, блузка женская. Из полиэстера, 14 размер, европейский 40-й. Платье. Платье здесь написано. Здесь написано, что это 11 размер, если я не ошибаюсь, потому что не разобрать очень много. И каких-то внутренних кодов, артикулов и тому подобного. Так, мы посмотрим лучше. Вот 100% хлопок идет в составе. 100% полиэстер, видимо, здесь же оно не составное, поэтому. Вот 16 размер. 16 размер у нас у платья. Тут ремешок вместе с ним идет. Так. Вот такое вот тоже платье. Бирка опять, как видите, срезана. Шестнадцатый размер английский, 44-й европейский.
Так, 14-15. 14-15 это у нас подростковая одежда для девочек. Generation написано. Язык уже устал. 164-170. Я хотел бы узнать состав, конечно. Состав. 100% полиэстер. Подростковый такой платьишко. Так, черная юбка. Довольно плотная. Размер здесь не указан. Написано now, но размер, к сожалению, нет. И здесь нету никакой дырки. Ну что ж, ладно. Не впервые. Вот такая вот блузка. Яркой расцветки. MNS Collection написано здесь. Так. 10-й английский, 38-й европейский размер. Вот такой вот кардиган. Буху. 12-й размер английский. Платье. Еще одно, 8-й размер. Немножко ускоримся, потому что очень, очень я чувствую, уже там заснули. Так, if здесь не написано. Так, 46-48 размер. Что ж, ладно. М, это у нас толстовка из шерсти. Бон маше. Так, болеро. Эска размер указан. Вот такая вот, как ни странно, это футболка 6-й размер у нас, 3-4 европейский. Кардиган, мужской, размер М. В принципе, все это в отличном состоянии. Юбка. Европейский 38-й размер. Английский 8-й, если кому-нибудь интересно. Так, вот такой вот. Еще одна юбка у нас джинсовая. Артиджана или Артизиана, в общем, в меру своих способностей попытался прочитать. 10-й размер английский указан здесь. По-моему, детская одежда опять. Размер 8-й. Вот такой вот, я не знаю, кардиган, удлиненный довольно-таки. 10-й размер, европейский 38-й. Так, опять же, детская одежда у нас марка Джордж. Марка Джордж. На этом можно и особо не углубляться. Вот, смотрите, это у нас куртка. Куртка детская, размер указан здесь. Здесь не указан. Почему-то опять. Так, 160. 160, видимо, я не знаю, это рост. Да, скорее всего. Платье. Папайя, 12-й размер. Штаны Атмосфер. Европейский 42-й размер. Красочные штаны. Юбка. Хлопок. Размер здесь указан 152. 11-12 лет. Опять же, элементы детской, подростковой одежды у нас идут. Так. Здесь размер не указан. А здесь тоже, к сожалению, не указан нигде. Что ж. Вот такая вот футболка. Довольно модная. Размер XS, 34, 36 размер. Куртка. Куртка у нас 12 размера английского. Европейский 40 должен будет быть. Так. Замки все это рабочие. Везде все отлично работает. Такая вот рубашка, 16 размер. Эллен Трейси написано. Так, танковка с капюшоном. Это у нас 14 размер. Вот такие вот плотные джинсы. Цвет хаки почти можно сказать. 30-32 размер. Двигаемся дальше. Вот такой вот шарфик. Есть ли где-нибудь здесь бирка? Да, вот здесь вот есть. 85% вискозы, 15% акрил.
Что ж, ладно. Оазис, женская рубашка, 12 размер. Так, опять у нас детская одежда, это юбка у нас, размер здесь. 116-122 сантиметра рост, 6-7 лет указано. Рубашка клетчатая, такая вот яркая, в состоянии потрясающе, честно говоря. Так, XS размер. Что ж, ладно, будем двигаться дальше. Куртка. Замок все это рабочий. 14 размер. Английский, 42 европейский. Марка Атмосфера. Проверим карманы. Карманы, в принципе, целые, отличные. Марк Спенсер. Платье. Такое красочное платье. Так, состав у нас из чего, интересно, идет. 16 размер. Состав. Состав полиэстер 100%. Вот такая женская куртка. Замок работает отлично. Вот здесь вот, я не знаю, кармашек это что. Но это явно не что-то пристегивающееся, типа капюшона. Здесь, к сожалению, почему-то размера не вижу нигде. Что ж, ладно. Будем двигаться дальше. Чероки, это у нас платьица, по-моему. А, нет, больше как рубашка. 12 размер. Футболка с длинными рукавами, размер XS, с таким вот принтом. Очень легкая на ощупь. Так. Штанишки плечиковые. Размер здесь я почему-то опять не вижу. Что ж. Ладно. Вот такое вот платье. Платье у нас размер. Давайте посмотрим. Аж целая лента здесь сделана. Так, 16 размер. Parents Flonda написано. Если я правильно прочитал. Так, размер SK. Это у нас хлопковая блузка, футболка. Так, термобелье, похоже. А, нет, это больше. Это леггинсы. У нас леггинсы. Леггинсы, бирка срезана. Ну что ж поделать. Размер XS. Следующая у нас вещь. Это у нас платье такое. Так, что же. Это у нас. Это у нас блузка такая, размер S. Указан. Спортивные штаны марки Бешка. Размер L. Такие вот приятные глазу штаны. Размер L, автограф, 100% кашемир. Слушайте, прям приятная вещь. Так, L. Это у нас футболка. Марки H&M. New Look. Полуплатье, полублузка. Даже не знаю, как назвать. Давайте посмотрим. Размер. Так, размер здесь указан 12 английский, 40 европейский. Вот еще иногда попадаются такие вот галстуки. Так, это у нас юбка. Lawrence Small написано. Lawrence Small. А вот информация по поводу состава и размера, опять же, прошла мимо нас. Так, кардиган женский на одной пуговице, размер 18, марка East. Носочки. Носочки, размер. Так, это у нас юбка, размер 8, M&S. Джинсы. Топман написано. Размер здесь указан как 30. 30, да. 30, 38 очень плохо разбирается на бирке. Sleepwear, размер 8. Это у нас такая вот маечка женская. Еще один кардиган. Довольно плотный такие. Размер
Здесь указано 96, если я не ошибаюсь, если опять же это у нас марка какая. Так, размер, ага, смотрите, здесь я вам сейчас более точно назову, размер XL. Ну, шерсть. Шерсть. Вот такой вот шарф. Еще одни джинсы. Дорофи, размер 40-й европейский. Юбка черная. Зауженная. Размер опять же не указан. Энн Харви. 24-й размер. Следующим у нас идет куртка. 10-й размер указан. Давайте проверим замок. Замок работает отлично. По крайней мере, расстегивается он хорошо. Так, 10-й размер. Так, джинсы. Антферинг написано здесь. Размер у нас 34 указан. 34 размер. Так. Это у нас платок. Такой вот. На краске. Еще носки. Ankle Grazer. Штаны. Размер здесь 12 указан. M&S. NS. Точнее, New Look, 16 размер, женское платье. Вот так вот пододвинем, чтобы полностью весь кадр влезал. Так, еще один платок. Это даже, знаете, это даже не платок, это больше как пончо. Потому что вот здесь вот вырез есть под этот голову. Так, толстовка очень плотная. New Heaven написано. Индия. Марка здесь, не знаю, марка здесь, слишком много надписей. Трейдмарк, 1973. О, так. Размер S-ка. 77 полиэстер, 15% хлопок, 8% вискоза. Даже немного заговорился пока. Пытался найти информацию. 40-й размер, это у нас джинсы, вот такая рубашка-платье. Марки Энос. Лауч. Размер 10. СК. Вот такая вот юбка. Размер 14. 40-й европейский. Так. Такая вот танковка. 20-й размер европейский написано. Женская танковка. Шорты, размер S европейский, Трафалюк, марки Zara. Так, в следующем у нас идет еще одна танковка, размер LK, марка Polo. И последняя вещь на сегодня, это у нас еще одна танковка, марки Атмосфера для женщин, 14 размер, с широким довольно-таки вырезом. Попробуем здесь посмотреть, возможно, состав, что будешь знать наверняка. Здесь, к сожалению, нет. Ну, что ж поделать. На этом все. Спасибо за просмотр.